¿Qué harás cuando terminemos de aquí? ¡Пошел, пошел! ¡Время на исходе! ¡Aquí está! ¡Mierda! Все чисто. У двери электронный замок. Сержант, найди пульт управления. Он должен быть наверху. Есть, сэр. Отлично, дверь открыта. Защитник, сонограмма подтверждена. Мендоса совершенно точно находится на острове. Он в исследовательской лаборатории. Планирует наблюдать за эвакуацией материалов Си-17. Прием. Фантастика! Живее! Одним выстрелом двух зайцев! Когда мы будем быть в этой проклятой исле? Еще одна дверь! Сержант, найди пульт управления! Живее! Tenemos heridos! Ataque! ¡Veo al pendejo! ¿Todo bien? ¡Entra ahí! ¡Tirando granada! ¡Cúbrenme! ¡Los encontré! ¡Muévete! ¡Ayúdame! ¡Necesito ayuda! ¡Cobertura!
Дверь открыта! Живо возвращайся сюда! Ahí! Lo veo! Живее, идем! Посольго! Conmigo. Защитник, материалы в зоне эвакуации. Вертолет противника приближается. Прием. Шевелись, живее! Pide ayuda, rápido. Tiene de especial ese satélite. Сюда, сэр. Тот контейнер. Это наша цель. Гильотина, материалы у нас! Но Мендосы по-прежнему не видно. Повторяю, материалы... Черт! Пуля! Гранатомет! Хватай гранатомет!
Тьфу! Проклятые любители, возвращаемся в лабораторию, пора уходить. Итак, на этом все. Задание выполнено? Гильотина, как слышите, материалы у нас, прием! Мы вас слышали, защитник. Поздравляю. Оставайтесь на месте. Мы выслали подкрепление за материалами, прием. Надо же! А как же их угрозы? Они не взорвут реактор? Не глупи, Маллиган. Они погасили реактор, взрывать его теперь нет смысла. Значит, они блефовали. Они знали, что выкупа не получат. Им просто нужны были материалы для грязной бомбы. Защитник, внимание! Мы перехватили передачу. Мендоса был в зоне эвакуации. Теперь он направляется в исследовательский центр. На крышу центра приземлится вертолет. Перехватите его. Прием. Гильотина, а как же материалы? Я не могу просто так бросить их здесь. Хотя нет. Маллиган, Буле, я буду охранять материалы. Вы ликвидируете Мендосу. Маллиган, пойдешь к черному входу. Буле, ты к парадному. Найдите Мендосу, выполняйте. Операция по захвату реактора и украденных материалов прошла успешно. Однако Мендоса все еще на свободе. Он направляется в исследовательский центр, где его будет ждать вертолет. Цель задания — ликвидировать Эрнандо Мендосу раз и навсегда. —